Привет, меня зовут Сергей Чураков. В этом видео я расскажу, как обменять аэроворды и на что их обменять. На сертификат, при каких случаях можно обменять, либо на доллары, на деньги. Значит, условия для получения обмена. Кликаем, допустим, вот сюда на поисковую систему. Открывается поисковик, и вот здесь есть раздел поощрения. Кликаем сюда. Здесь написано «Программа Access по обмену iRewards». Внимательно читаем, за что мы получаем iRewards. Мы получаем iRewards за серфинг. Когда просматриваем 100 сайтов, мы получаем 100 iRewards. Также мы получаем iRewards за поисковые запросы на нашем поисковике Access. И дальше. Здесь написано, как обменять ваши iRewards. iRewards можно обменять на подарочные сертификаты Amazon.com, либо на другие варианты Amazon. Для получения подарочного сертификата Amazon стоимостью $25 США необходимо 25 тысяч iRewards. Вы также можете обменять свои iRewards на iCash, которые затем можно использовать для покупки продуктов, услуг и пакетов Access или перевести в VCash. Для обмена ваших iRewards на подарочные сертификаты, в общем, кликайте сюда. И дальше предписание и правила. Вы здесь все внимательно читаете. Теперь важный момент. Вот у меня спрашивают, а можно ли поменять iRewards на iCash? Я говорю, можно. Только есть условия. Значит, смотрите, чтобы у вас все счета были, были рабочими, значит, смотрите и читайте внимательно. Купить продукт, консультантские пакеты. Консультантские пакеты и выбираем вот этот пакет. Продукт Salis Renewal Kit. Значит, что это такое? Salis Renewal Kit Includes включает 1 год доступа к мембер-центру, то есть 1 год доступа к центру участников. Также в эту стоимость включено VWebs Domain, то есть домен включен, один подарочный на выбор. Это стоит 59,95. Значит, что это такое? 1 год доступа к центру участников. Когда вы оплачиваете 59,95, у вас открывают все счета. То есть вы можете спокойно воспользоваться VCash и eWallet. Если вы не оплатили 59,95, соответственно, никаких денежных операций совершить вы не в состоянии. А посему на iCash поменять деньги не получится, вот эти реворды поменять на iCash не получится без оплаты консультант кита, когда у вас нету банковских счетов. Куда деньги-то переводить? Надеюсь, объяснил. Соответственно, у кого нет оплаты 59,95, могут поменять вот эти реворды только на сертификат Amazon. Как это делать? Точно так же. Нажимаем сюда, либо, сейчас откроется здесь. Вот у меня сейчас 34 148 iRewards. Либо можно, допустим, вот отсюда из сервисов это все сделать. Здесь кнопочку вывели «Обменять iRewards». Та же самая страница. Либо с поисковика наводим на свой ID номер и здесь «Обменять iRewards». То есть, видите, та же самая страница. Либо заходим сюда, нажимаем «Мой аккаунт», нажимаем «Обзор». И здесь баланс iRewards. И здесь кнопочка, ссылочка «Обменять iRewards». Откроется та же самая страница. То есть с разных мест будет одно и то же открываться. Так вот, читайте внимательно, что здесь написано. Баланс iRewards 34 тысячи. То есть откуда у меня такое количество? Потому что я купил недавно Rosetta Stone курсы по обучению английского для бизнеса. И мне дали еще 25 тысяч iRewards. Это $25. То есть я вроде заплатил деньги, но опять мне еще $25 вернули. Теперь дальше. Если вы, в общем, внимательно смотрите, здесь написано Amazon CN только для Китая. Поэтому это не трогайте. То есть вот эту часть не трогайте. Дальше, ниже листайте. Amazon.com только для США. Минимальный уровень, бесплатный пользователь. Да? Дальше. Amazon.co.japan только для Японии. Минимальный уровень, бесплатный пользователь. То есть
Здесь все написано. Бесплатный пользователь. Кто такой бесплатный пользователь? Бесплатный пользователь – это тот человек, который ничего не оплачивал. Он не оплачивал годовое обслуживание Consultant Kit, поэтому он является бесплатным пользователем. То есть любой человек, который просто тупо зарегистрировался бесплатно, заработал вот этих iRewards, он может бесплатно поменять на сертификат Amazon. Вот. Если вы оплачиваете 59.95, тогда вы можете обменять на iCash. И читаем внимательно. Минимальный уровень – консультант. Кто такой консультант? Консультант – это тот человек, который приобрел консультантский пакет за 59.95. Все консультанты приобретают. И как минимум $10 в месяц. Все. Потому что $10 в месяц читаете внимательно со звездочкой Request, Activate, Active, Sales Kit. То есть годовое обслуживание в любом случае нужно. Все написано. Чего непонятно, я не понимаю. Далее. Как обменивать? Будет у вас кнопочка гореть. Если вы соответствуете соответствующему уровню, значит кнопочка горит. Не соответствуете, значит не горит. Если вы бесплатно, значит будет гореть только вот здесь. Значит, например, вот нажимаю кнопочку «Обменять», я сейчас буду менять на доллары. Кликаю сюда, ввожу свой пароль от кабинета Access и нажимаю «Готово». Вуаля, $25 уже поменял на iCash. Осталось еще 9148. То есть в ближайшее время это будет 10 тысяч reward, то есть на $10 поменяю. Все, идем сюда, нажимаем «Обзор». Нажимаем сюда. Вот, 141. Нажимаем подробнее. Вводим секретный пароль. Нажимаем применить. И видите, 11 июня, то есть сегодня у нас 11 июня, я только что получил $25. $25 на iCash сертификат Access V-Service. То есть доступно. Все. Просто надо внимательно читать условия. Надеюсь, вам все понятно, для чего мы покупаем вот этот пакет. Sales Renewal Kit. Sales Renewal Kit, вот этот пакет. То есть для того, чтобы у нас все финансовые операции были в рабочем состоянии. Также для вывода денег вам необходимо сделать верификацию аккаунта. То есть заполнить форму W8 либо W9 и прикрепить копию паспорта, потому что компания легальная, все должно быть, с вами заключается договор. На основании этого договора вам компания платит деньги. Итак, если вам понравились вопросы и ответы, значит, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!